Рыбу действительно коптят исключительно для реализации на выставке, поэтому она всегда свежая. А еще вкусная, не зря в первый час открытия выставки уже очередь. Постоянные покупатели даже спрашивают, когда камчатскую рыбу привезут в Сочи в следующий раз. Чавычек привезли, кижуч привезли, нерку привезли, дикую сёмгу камчатскую привезли, омуль байкальский привезли, нельму, северную рыбу. Вот. Икру китовую привезли. Мы привезли большой ассортимент нашей камчатской рыбки. Каптим рыбу Владимирской епархии, получаем охлажденную. Оказываем большую помощь. Храм, который восстанавливается, село Гавриловское, Суздальский район. Храм зачатия Иоанна Крестителя. Компания «Рыбак Камчатки» известна во многих городах России, теперь даже в Крыму. Транспортируется продукция исключительно в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. Выловлена и произведена рыба в экологически чистых районах страны. Она очень полезная. И здесь на выставке можно купить либо белую, либо красную рыбу. Кого-то может заинтересовать исключительная икра или другие деликатесы. Много и консервной продукции. Ее можно купить на выставке в гранд-отеле «Жемчуг» нужно до 29 июля включительно. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.